Привет, народ! Сегодня у нас 17 мая, среда. Хочу до Ангары прокатиться. Там Димка поехал рыбу ловить. Ну, что-то так мелко. Там гора мелкая. Недавно тут был, ну и стоял. Стройка полным ходом. Шашлыком пахнет. Цел много цветочков. Так, вроде сюда. Сильно-то не помню. Налево. В том году так не было. Как тут проехать-то можно? Вроде да. Народ-то нету. А так тут вообще почти всегда все занято. Сидят. Да, пустой. Здорово. Че, поди, всех выловили? Здорово. Всех выловили? Здорово. Еще раз. Что-то погремело два раза мной. Димыч. Привет, брат. О, было. Я, короче, тоже взял это фидер, но не фидер, но и наснастку, а это, ну, пружинка, короче. Щельдинки ты нагнал, не было ничего. А-а-а. Они далеко там были. Ну, ветер, конечно. Так. Я думаю, там левее, наверное, можно. Я тоже сапоги взял. Ты что, на челе? Тут и опарыш, и червяк. Ага. Ну-ка, иди сюда. Крыса, крыса, крыса. Она напугалась. Или это, ей не понравилось, что я крыса ее забывал. Ничего не поймали. Посидели часа два, наверное, не клюнуло. У Димана вроде был, там что-то порвался.
Ну я через это как и ехал. Давай, мать, счастье. Все, на созвоне. Как что замутите, давай. Но мы все равно русалок-то наловим. Ну тогда мы с Димкой с ночевки. А че? Что-то неудачно как-то было. В общем, вода холодная, я думаю. Реально там руки поплескал, но не теплый нифига. Щедр ни разу не клюнул. В несколько мест кидал. Ни на червя, ни на пенопласт с чесноком. Надо вот сало еще попробовать. Карась на сало клюет. Сколько елочек-то много. Блин, ну газонеты вперед или? Одни пробки. По рабочему, наверное, попаду. Ну, на ямы какие. А еще больше было. Пел. Как говорится, дороги делают. Вечер. 18 минут 7. Ну, у нас тут что. Шоферы, то эти, ну взял бы чуть-чуть правее, вот что тебе, подушку. Ну и стой дальше, сучка. Только на нейтралку поставил, он загорелся. Вот и шарик. Да-да-да. А
сторону маленько принял. Ну, блин, кофр сзади, вот за них немного ссыкую. Боня на чиле. А еще тут немного осталось. Ой, здесь что-то дорогу взорвали. А я не замечал. Сейчас не хочу, по-моему, сюда не выйдешь. Блин, после этого города рука болит. Сыпуху зажать. Нормальная тачка. Пробок можно не бояться. Уступят. Ну, сегодня немного проехал. В общем, 60. Рыбы нет.